предоставить слово президенту Федерации художественной гимнастики Свердловской области, заслуженному работнику физической культуры России Наталье Бурдей. Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, дорогие девочки, от имени специализированной школы Олимпийского резерва номер один города Екатеринбурга, куда Вера Сесина пришла маленькой девочкой и вышла в большой спорт, я хочу поблагодарить лично Веру и всех, кто принимал участие в этом прекрасном турнире, в организации его и проведении. Хочу пожелать Вере творческих успехов в тренерской работе, в организационной работе и вручить ей подарок от нашей школы, чтобы она никогда не забывала самое близкое, самое родное, это первую школу, откуда она начала делать свои первые шаги. Thank you.